Всем привет, дамы и господа, на связи Руслан Захаркин, и вы находитесь на YouTube-канале Захаркин Крипта. Ну что же, сегодня мы с вами обсудим биржу BingX, подведем итоги 2023 года, посмотрим на 2024 год, и в конце ролика буду поощрять своих коллег по цеху, тех, кто мне помогает, тех, кто находится в моей команде, кто со мной вместе торгует и так далее, и так далее. Но перед этим большая просьба подписаться на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, подписаться на все мои социальные сети, все мои социальные ресурсы. Так, мне кажется, я сейчас сгорю, правда? Такой свет у меня прям, ух. Давайте мы чуть-чуть его уберем. А то вы потом скажете, что я как-то не знаю. Во, наверное, так лучше, правда? А то слишком уж я себя пересветил. И так вроде хорошо, да, светло. Но, тем не менее, это тоже очень важно. Ну что же, момент номер один. Мне очень приятно, что у меня становится все больше и больше партнеров по бирже BingX. И, конечно же, моих читателей. И сегодня я отправил в город Туймазы свою книгу «Деньги из воздуха. Как заработать на мечту» непосредственно в республику Башкортостан. Недавно я отправил в Санкт-Петербург вот эту книгу «Всевышний пиар-гид по хайпу». И, конечно же, в каждой книге у меня есть определенный вкладыш. И этот вкладыш как раз с регистрацией по ссылочке, да, биржи BingX в мою первую линию. Очень удобно, очень приятно. Ну и, конечно же, все мои ресурсы, все мои контакты. Криптовалютная биржа BingX действительно изменила мою жизнь. Если с 26 апреля по где-то 30 мая 2023 года, когда я только-только по факту получил реферальную ссылку и особо ничего там не делал, и у меня не было людей, но с июня 2023 года по 5 января 2024 года у меня чуть более 300 партнеров, 300 рефералов. Спасибо вам всем большое за то, что вы со мной, за то, что вы со мной торгуете. За то, что вы смотрите мой телеграм-канал, мой YouTube-канал, что вы всегда со мной, что вы на связи, и что вы понимаете, так как в 2024 году будет халвинг криптовалюты биткоин, 12-й год, 16-й, 20-й, 24-й, мы находимся перед бычкой. Даже если крупная бычка в 2024 году не начнется, все прекрасно понимают, что в 2025 году эта история начнется, потому что с 12 по 13 год как раз подготовка к бычке, с 16 по 17 год подготовка к бычке, с 20 года тоже опять подготовка была к бычке, и 21 год был вообще практически весь до 12 ноября 2021 года бычьим. Поэтому сейчас, в 2024 году, конечно, мы готовимся не только к выборам, да, самым разным, в самых разных странах и на самые разные должности. Мы в первую очередь готовимся к тому, чтобы биржа BingX и к тому, чтобы биткоин показали свои хорошие исторические максимумы. Это момент номер один. Момент номер два. Конечно же, я сейчас для вас снимаю очень много роликов, очень полезных роликов. Если вы зайдете на YouTube и вобьете там, допустим, регистрация на бирже BingX, как пройти процедуру KYC BingX, пополнение, вывод средств, какие бонусы, акции и так далее, вы увидите очень много моих роликов. И это очень здорово на самом деле, ввиду того, что чем больше роликов, тем лучше. Люди будут смотреть, люди будут приходить к нам в структуру команды Криптоапостол, ну и, конечно же, мы с вами будем зарабатывать значительно больше денежных средств. Биржа работает с 2018 года, как раз непосредственно. Это у нас история азиатская, сингапурская. Раньше биржа называлась BingBao, сейчас BingX. Видите, что я нахожусь в мерче. Более того, что действительно есть очень крутой мерч и для партнеров, и для инфлюенсеров. Если вы хотите получить интересные условия, сделайте топовые торговые объемы. И дальше будем уже связываться с руководством, именно с региональным руководством СНГ. И будем повышать вам, конечно же, размер комиссионных. Вот такие вот дела. Ну и момент номер три. Конечно, сейчас выиграл в одном конкурсе. Буду ждать, ну, скажем так, очень приятный бонус. Вот такой, так как я являюсь сноубордистом. Я уважаю и лыжников, и сноубордистов, но я сам сноубордист. Вот такой вот у меня будет костюм, очки, маска, носки. Ну и, конечно же, вот такой вот шлем и непосредственно перчатки. Очень приятная штука, очень удобная штука. Я считаю, что биржа очень хорошо движется в этом направлении. А теперь давайте еще посмотрим небольшое видео, потому что я считаю, что ну максимально топовая история. Вот давайте, смотрим внимательно. Ничего не трогайте, ничего как бы не делайте сейчас, просто смотрите и кайфуйте. Открываем такой подарочный бокс. Как только он ко мне придет, я сделаю отдельный YouTube обзор. Это непосредственно для тех партнеров, кто делает очень хорошие объемы, многомиллионные. Как раз я делаю такие объемы и сам торгую, и моя команда. Вот, обратите внимание. Ну, круто же. Я считаю, что максимально интересная и максимально топовая история. Поэтому, кто хочет здесь двигаться, у вас есть такие возможности. Поэтому, пожалуйста, всегда будьте на фокусе, будьте на связи. И тогда все у вас будет хорошо. А теперь, конечно же, очень хорошая топовая новость. Понятное дело, что очень много торговых конкурсов, очень много там ваучеров, скидок и так далее, но вот эта новость, конечно, она просто бешеная. Обратите внимание, официальный сайт chelsea.com, BingX, это официальный партнер. Можете себе представить, официальный партнер
футбольного клуба Челси. Ну ничего себе, вот сейчас вот там вот как раз на плече, на левом плече биржа BingX. Это многомиллионная сделка, просто многомиллионная. Вы можете зайти на сайт и посмотреть то же самое. Расширяем возможности будущего. Долгие были переговоры. И сейчас биржа BingX официальный спонсор. АПЛ. Миллионы людей, десятки миллионов, сотни миллионов людей увидят BingX и будут гуглить. Поэтому сейчас самое время строить команды. Криптобиржа – официальный партнер ФК Челси. Можете себе представить? Я раньше не мог представить, но теперь это действительно данность. Обратите внимание, что очень, подчеркиваю, очень много самых разных как раз акций сейчас. Просто заходите на официальный сайт, ссылка будет в описании под этим видео в закрепленном сообщении, и просто листаете все. Вот смотрите, итоги 23 года. Дальше там другие акции, обзор, присоединяйтесь. Вот я в теме. Кстати, не забудьте обновить приложение для Google Play, App Store, тоже очень классно все там. Можно вращать колесо удачи, пожалуйста, welcome на самых разных аккаунтах. Ничего сложного, ничего страшного, можно даже выиграть iPhone 15. Выполнять определенные торговые условия, да, выполнять определенные правила, и вот, вуаля, вы здесь будете зарабатывать значительно больше и получите шанс, конечно же, выиграть очень интересные призы и подарки. А теперь, дорогие друзья, я бы хотел вам сказать следующее. А следующее выглядит вот таким вот образом. У меня есть два человека, которых я хочу поощрить из своей команды Криптоапостолы и трейдинг-команды. И по жизни мы идем очень хорошо. Джулия Крабс и Александр Шрейдер. Одному я отправлю в Алтайский край посылочку, а другой леди, конечно же, Джулии Крабс в Хабаровский край. И это очень здорово. Смотрите, у меня есть два таких подарочных бокса. И я принял решение сделать подарки. Сделать подарки нашим людям, уважаемым, потому что я хочу, чтобы у них было самое лучшее. Сейчас я открою и чуть-чуть покажу, что там. Надеюсь, что вам все видно. Конечно, тут окошечко небольшое, чтобы я вам прямо уж все показывал. Но, тем не менее, обратите внимание, какая очень интересная штука. И вот эти вот подарки, все вот эти подарки, давайте вот так вот покажу. Ой, что-то даже упало. Это, кажется, была кружка, смотрите. Так вот, вот эти подарки получат мои люди. И это очень важный момент. Я сейчас подпишу людям очень интересную такую вот историю. Я хочу сделать каждому индивидуальное поздравление, ну и, конечно же, вложить какие-то определенные подарки. И это очень приятная история, поэтому, Юлия, Александр, спасибо вам большое, что вы со мной. И это поощрение, конечно же, для вас. Самое главное, пользуйтесь биржей BingX. Смотрите, какая вот мышка такая вот, да, очень интересная, как прям Моторола в свое время. Можно вот так вот ее сложить, выложить, вообще без проблем. Очень классная тема. Поэтому, дорогие друзья, если вы работаете со мной в команде Криптоапостолы, торгуете со мной, то вы будете зарабатывать значительно больше, у вас будут лучшие торговые условия, будете всегда участвовать в крутых акциях, будете знать о листингах заранее и так далее, и так далее. В общем, бонусы большие. И сейчас, в период бычьего рынка, нам нужно делать очень хорошие команды, потому что здесь можно будет зарабатывать очень хорошие деньги. Соблюдаем риск менеджмент, мани менеджмент. Ни в коем случае не инвестируем кредитные, заемные, последние денежные средства. Инвестируем только свободный капитал и, конечно же, часть своего свободного капитала, не больше. Вот, с кредитами вообще никогда не связывайтесь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на все социальные сети и социальные ресурсы. Поставьте лайк этому видео. Конечно же, сделайте репост. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Напишите в комментариях, какие у вас успехи на бирже BingX. Кто из вас тоже хотел бы получить подарок. И я запускаю конкурс. Очень интересный торговый конкурс. Кто сделает миллион торгов до 14 февраля 2024 года, да, и свой личный, и, конечно же, командный, но будет считаться отдельный командный личный. Ну, в общем, либо личный миллион должен быть торговый объем, минимум, да, миллион долларов, от миллиона долларов, либо командный как раз объем от 1 миллиона долларов, вы получаете вот такой вот подарочный бокс, который я показал. Я вам отправлю по России, вообще никаких проблем нет. Если вы из другой стороны, будем решать вопрос в индивидуальном порядке, участвовать может весь мир. Самое главное, что вы были моим прямым рефералом, да, первая линия, по моей ссылке зарегистрироваться. Если что, и код, и ссылка для регистрации, конечно же, в описании под этим видео и в закрепленном сообщении. Если же меня смотрит новичок, который не знает, что такое крипта, как здесь двигаться, как здесь зарабатывать, но понятное дело, что вы всегда можете мне написать. Всегда можете пройти мой авторский курс крипта с нуля с Русланом Захаркиным. Я рекомендую вам это сделать. Если вам нужно обменять криптовалюту, если вы хотите купить мою литературу, если вам нужна криптоконсультация, составить инвест-портфель, вы всегда сможете ко мне обратиться. Добра вам и тепла. Ну что же, двигаемся максимально легко и непринужденно. Но помним про холодную голову. На связи был Руслан Захаркин.